Итак, где найти винтовку с оптикой или с коллиматорным крутым прицелом? Я сейчас нахожусь вот здесь, где находятся американские автомобили. Вот ориентир тыквенная ферма Ray Ray. И вот сюда, если... Вот. В общем, сюда вы приходите, убиваете всех сектантов, зачищаете их подкрепление, если они успели его вызвать. Дальше идете вот сюда в сарай. Проходите, проходите. Вот здесь будут гранаты лежать, и вот здесь будет вот эта вот винтовка, которая у меня сейчас в руках. Вот такая у нее оптика, немного она увеличивает. Однократно только. На shift задерживает дыхание. Но довольно удобно, на самом деле, я ей пользуюсь, пока мне нравится. Если знаете еще, где найти крутое оружие или другие снайперские винтовки, или там, не только винтовки, что-то еще, пишите в комменты. Ставьте лайки, если не подписаны, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Да тут каждый первый мастер на все руки.